Шум пилы под окнами, строительная пыль и рокот техники у жителей дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола нареканий не вызывают. Даже наоборот, эти не очень комфортные для человеческого уха звуки для них почти как музыка. Для такого случая можно все перетерпеть. Для такой красоты. Такая, да, посмотрите, да. Все преображается наш этот... уголочек, вот этот двор. Очень нравится, что у нас здесь сейчас происходит. Да, и да. Надеемся, у нас еще лучше и лучше будет. И так уже наш двор славится и чистотой, и порядком. Где-то дорожки уже полностью уложены, и можно составить предварительное впечатление о том, как здесь все будет. За ходом работ жители наблюдают лично, и не только из окон. Ежедневная инспекция для многих из них стала привычным ритуалом. Месяц прошел, и они все это, даже месяца нет. Молодцы, 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 да. Самые активные работы идут на парковках. Здесь расширяют дорожное полотно. За счет этого тут сможет парковаться почти втрое больше машин, чем раньше стояло в ракушках. Любой желающий может посмотреть план реконструкции этого участка на сайте администрации Ленинского района. Над планом работали всем миром. Первая встреча была, это были наброски, наши пожелания. Мы согласились, все собственники согласились, у кого были гаражи, что 100% снесут ракушки незаконно построенные. Захотели здесь зеленую зону. Через две недели была следующая встреча, протокол утвердили, подписали, и вот теперь наши мечты воплощаются. Гаражи, ракушки, мусор и грязь. Так всего несколько месяцев назад выглядел этот уголок Видного. Преображение будет кардинальным. Несмотря на то, что план утвержден, а работы идут ударными темпами, споры по поводу того, как нужно обустроить площадку, не утихают до сих пор. Например, по поводу зеленых насаждений. Те пока вырастут, потом мы берем, задохнемся, да. Понимаешь? Да посмотрите, они уже желтеют, что да смешите? Да по новой будете ковырять здесь, вот, что смотри, ли? Березка растет. Вот столько жителей, столько мнений. Терпеть неудобства местным жителям осталось совсем немного. Увы, нынешнее дождливое лето постоянно вносит коррективы в ремонтные работы, которые ведутся на улице. Но ко второй половине августа эта территория и люди из соседнего дома заживут новой жизнью. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.